Католикос всех армян в Ватикане встретился с Папой Римским. Католикос всех армян Григин II в среду в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском. Фотографии со встречи с Папой Римским опубликованы на Facebook-странице Григина II. Встреча с нашим духовным братом Папой Римским Франциском. Подписана публикация на странице католикоса всех армян в соцсети. Григин II находится в Италии с патриаршим визитом. До Ватикана глава армянской церкви посетил Милан. Президент Саркисян на Всемирной инвестиционной конференции в Швейцарии. Президент Армении выступил с прекрасной речью. Кому и зачем думать об инвестициях в маленькую Армению с 3,5 миллионами населения? Хотел бы напомнить следующую реальность. Мы маленькая страна, но всемирный народ. За рубежом живет 4-5 раз больше армян, чем в самой Армении. В России живет столько же армян, сколько в Армении. В Ереване живет столько же армян, сколько в Лос-Анджелесе или Франции, или на Ближнем Востоке. В 21 веке, когда мир становится все сильнее взаимосвязанным, растет важность таких всемирных сетей. И не у каждого народа они есть. Армения – единственное государство, которое создало мост для экономических связей между Евразией и Европой. И мы хотим сохранить эту связь. Армения – экономически стабильная страна. В прошлом году она зарегистрировала экономический рост в 7,5%. Несмотря на внутриполитические потрясения, в этом году зафиксирован почти такой же результат. В подтверждение этому в Армении действуют российские, европейские, ливанские, кипрские, греческие и иранские банки. Банковская система Армении устойчива и стабильна. Еще с советских времен Армения имела очень высокий уровень образования. Здесь действовали и центры по физике, химии, биологии и всемирно известный центр по астрофизике в Бюракане. Эта традиция продолжается, и мы с гордостью можем сказать, что имеем прекрасные образовательные центры и даже экспортируем свои идеи на Запад. Несколько недель назад в Париже открылся центр ТУМО, дающий внешкольное цифровое образование высокого уровня. В завершение он пригласил собравшихся инвестировать сюда, в новую Армению 21 века. Официально открылся Степанакертский онкологический центр. Центр построили на средства французского армянина Ришара Оганесяна. Как передает корреспондент Арцах Пресс, сегодня президент Арцаха Бако Саакян, государственный министр Григорий Мартиросян и другие официальные лица посетили недавно построенный центр, ознакомились с деятельностью этого учреждения, поговорили с медицинским персоналом и пациентами, проходящими там лечение. За счет средств из государственного бюджета и при помощи всеармянского фонда «Аястан» центр оснащен современным оборудованием и уже несколько дней, как население Арцаха проходит лечение в новых условиях. Техническая часть здания оснащена новейшими технологиями. Исполнительный директор онкологического диспансера Армен Айриян сказал, что врачи, недавно приезжавшие из США, работали в новом здании онкологического центра, проводя в основном гастроскопию и колоноскопию. По его словам, в стационаре находится 18 коек для круглосуточного стационарного лечения, 14 для дневного лечения и 4 для интенсивной терапии. Отныне больница в состоянии проводить хирургию, химиотерапию, симптоматическую терапию и микологическую терапию. Учреждение также имеет необходимых специалистов, прошедших подготовку в Армении, России и Франции, добавил Айриян. Известный американский ученый, профессор технических наук армянского происхождения Диран Апелян удостоен престижной научной премии «Новатор-2018». Будучи пионером металлургии, признанным во всем мире авторитетом в области переработки металлов, Апелян станет первым представителем факультета инженерной механики Вустерского политехнического университета, которому будет вручена эта премия. Премия «Новатор-2018» будет вручена ученым во время официальной церемонии, которая состоится в стенах Вустерского университета, штат Массачусетс, 1 ноября 2018 года. Армянин Тигран Давидян стал лучшим хореографом России. Во Дворце культуры МИИТ в Москве прошел 6-й ежегодный всероссийский фестиваль с показательными выступлениями лучших хореографов России «Respect Showcase», на котором был выбран лучший хореограф России. После выступления 26 участников лучшим хореографом 2018 года судьи выбрали российского танцора армянского происхождения Тиграна Давидяна, представляющего Мытищи. Судьями вечера стали известные хореографы Алексей Арапов России, Василий Козырь Украина и приглашенный из Америки Kid at the Great. Тигран Давидян преподает в лучших танцевальных студиях Москвы, дает мастер-классы в разных городах России и участвует со своей командой в различных танцевальных конкурсах.
Выступающий за Францию боксер армянского происхождения Арсен Гуламерян защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, победив в Марселе австралийца Марка Фленнегана. Бой, за которым в зале наблюдало множество марсельских армян, завершился присуждением технического поражения австралийцу в 9-м раунде после серии ударов армянина. Защита чемпионского титула стала 24-й победой боксера армянского происхождения, которым при этом не потерпел ни одного поражения. Арсен Гуламерян родился в Армении в 1987 году. Боксер проживает и тренируется во Франции, которую представляет на международных соревнованиях. Карен Хачанов официально стал 19-й ракеткой мира. Российский теннисист Карен Хачанов вошел в топ-20 лучших игроков обновленного рейтинга ATP. После победы на турнире ВТБ Кубок Кремля 22-летний Хачанов стал 19-й ракеткой мира и первой ракеткой России. Он обошел Даниила Медведева, который теперь замыкает топ-20 рейтинга. Впервые с 2010 года два российских теннисиста будут в топ-20. Этой осенью где-то на юге России. Вам, сосед, я скажу как родному. Хотите купить кровлю, так и поезжайте. Поезжайте в кровельные и спросите, вернут ли они деньги. Никто не возвращает, а они вернут, я вас уверяю. О как! В кровельном центре акция «Купи кровлю, вернем деньги». Кровельный центр. Подробности акции по телефону 8 800 1700. Звонок бесплатный. Югстрой Империал работает на рынке первичной недвижимости с 2013 года. Компания занимается строительством полного цикла, начиная от создания проекта и заканчивая эксплуатацией домов.